Фигурное катание – невероятно красивый вид спорта, в котором наши спортсмены еще с советских времен были одними из сильнейших. В их число вполне возможно войдет Александра Трусова, которая в своем довольно юном возрасте уже достигла больших успехов. Так, в августе этого года на первом этапе серии юниорского гран-при в Австралии наша соотечественница завоевала золотую медаль. По итогам ее выступлений эксперты заявили, что на этапах юниорского гран-при без учета финалов еще никто не набирал такой суммы баллов, как Трусова. С прокатом Александра справилась успешно, закономерно выиграв произвольную программу и этап. Гвоздем ее произвольной программы был исполненный ею четверной сальхов. На данный момент Саша единственная в мире фигуристка, исполняющая этот сложный прыжок. Впервые его выполнила японка Мики Анда более 10 лет назад. А между тем фигурным катанием Саша занялась именно в Рязани, когда ей было 5 лет. Ее первым тренером стала Ольга Швецова. Так как девочка подавала надежды и опережала всех других детей по уровню подготовки, вскоре ее перевели в более сильную группу к Ларисе Мелковой. И сразу же было заметно, что у нее очень хорошие физические данные для фигурного катания. То есть она хорошо, у нее хорошие прыжки, она растянута, слышит музыку, может ее выразить. То есть как бы это было сразу видно, что есть перспектива в развитии у ребенка. Она, в общем-то, опережала всегда детей на год. Способности способностями, но без определенного склада характера в спорте делать нечего. Настойчивость в достижении цели, упорство, невероятная работоспособность – все это про Сашу. Если ей хотелось выучить какой-то элемент, она его учила и не отвлекалась, и старалась выучить, пока не добьется своего. 3 года назад Александра Трусова уехала в Москву. Сначала она тренировалась у Сергея Волкова, сейчас же девушка входит в группу Этери Тутберидзе, которая воспитала двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву. Об успехах. Она попала в очень сильную группу Этери Тутберидзе, в которой девочки очень сильно катаются. Очень хороший уровень катания показывает, очень сложные прыжки выполняет. Она одна из первых исполнила четверной сальхов на первом этапе в Австралии, в Брисбене. Конечно, без поддержки, даже при наличии таланта и упорства, Александре Трусовой было бы нелегко. Ведь участие в соревнованиях – это задача финансово непростая. Талантливой фигуристке помогает продвигаться к вершинам спортивного олимпа депутат областной думы, член фракции «Единая Россия» Станислав Подоль. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».